Здравствуйте, друзья! С вами шеф-повар Олег Ольхов. Я снимаю для вас на Экотандыре интересные рецепты. И мы недавно начали новую рубрику, которая называется «Блюда по вашим заявкам». Вы пишете нам письма, спрашиваете, как приготовить тот или иной продукт или то или иное блюдо в тандыре. Экотандыр – это идеальный инструмент для приготовления самых разных блюд. Один из самых популярных вопросов – как приготовить в тандыре рыбу целиком? Сегодня я приготовлю для вас целиковую форель с набором овощей и с шампиньонами. Для блюда нам понадобится целиковая форель, сладкий перец, кабачок, помидоры, шампиньоны, лимон, укроп, тимьян, соль, перец и растительное масло. Готовить рыбу с овощами мы будем вот в таком интереснейшем аксессуаре, который называется елочка. Это подвес елочка. Он позволяет готовить продукт вот здесь в специальной чаше, а также вот на этих рожнах, на которые можно насаживать самые разные продукты. Вы уже, наверное, видели видео, где я готовил перепелок, где я готовил цыплят корнишонов, картошку и другие овощи. А сегодня я приготовлю в елочке форель. Рыба у меня уже почищенная и выпотрошенная. Осталось ее только посолить и поперчить. А в брюхо я положу ей тимьян. Итак, приступим. Для начала я должен посолить и поперчить рыбу. Я делаю это с двух сторон. Натираю ее солью и перцем. И также я сделаю это внутри. Посолю и поперчу. Сразу положу в брюхо тимьян для аромата. Закрою брюхо, возьму немного растительного масла и смажу рыбу сверху, чтобы у нее получилась красивая хрустящая корочка. Итак, смазываю рыбу растительным маслом. Рыба подготовлена. Я переставляю ее сюда. Но под рыбу я сделаю специальную подложку. И подложку я сделаю из помидоров. Помидоры во время приготовления лопнут, растекутся и образуют некий соус, в котором нижняя часть рыбы будет готовиться. Помидоры я разрежу пополам. Я беру елочку, помещаю сюда помидоры. Помидоры я тоже посолю и поперчу. Налью на дно масло. И теперь уложу сюда рыбу. Рыбу я укладываю брюхом вниз, подвернув ее кольцом, чтобы она уместилась. Еще раз промазываю ее маслом. Пока отставляю елочку с рыбой в сторону. И в этой миске я буду мариновать овощи. Крупно нарежу кабачки. Кабачок я нарежу на 4 части. У перцев удалю плодоножку. И удалю семена. Так я подготовлю все перцы. В эту же миску я помещаю шампиньоны. Теперь посолю и поперчу все овощи. Полью их растительным маслом. Перемешаю
и насажу на елочку. На нижние рожны я помещу перец, поскольку он готовится дольше всего. Далее я насаживаю кабачок. И, наконец, на верхнюю часть грибы, потому что наибольший жар находится внизу тандыра, а здесь, под крышкой, температура меньше. Оставшееся масло со специями я выливаю на дно. Теперь я поставлю всю эту конструкцию, весь этот набор в разогретый тандыр. Текущая температура сейчас 250 градусов. Я поставлю все это на полчаса, то есть на 30 минут. И через 30 минут мы посмотрим, готово ли блюдо. Проверим, готова ли рыба и овощи. Открываю разогретый тандыр. Здесь есть крестовина. Мне нужно надеть на нее вот эту елочку, поэтому я буду использовать вот такие кевларовые перчатки, которые очень прочные и держат высокую температуру. Я буду использовать их, чтобы не обжечь руки. Вы видите, что у эко-тандыра очень много интересных и полезных аксессуаров. Все их можно купить также вместе с тандырами на сайте ecotandyr.rf. Так. Все, опустили елочку вниз, закрываем большой крышкой, закрываем малой крышкой и ждем 30 минут. Итак, друзья, 30 минут прошло, за это время температура опустилась чуть ниже 100, где-то около 80 градусов сейчас в тандыре. Это потому, что мы сразу загрузили большой объем холодных продуктов. Я открываю крышку тандыра и осторожно достаю рыбу и овощи. Посмотрите, все готово, но все сохранило свою форму, потому что у нас получилось такое нежное приготовление на не очень высокой температуре. Поэтому овощи свою форму сохранили. Не вытекли даже помидоры, они остались целыми. Но сок, конечно, дали. Если вы посмотрите сюда внутрь, то увидите, что рыба как бы немножко плавает в соку. Друзья, посмотрите, какая красивая рыба с овощами у нас получилась. Красивая, ароматная и сочная рыба. Приготовить ее в эко-тандыре очень легко. Вы можете готовить также, смотреть наши ролики, подписываться на наши социальные сети, смотреть тандыр и аксессуары для него на сайте ecotandyr.rf и, конечно, готовить блюдо вместе со мной. С вами был шеф-повар Олег Ольхов. Приятного вам аппетита и ангела вам за трапезой!